Доброго воскресного вечера, друзья. Здравствуйте. Что у нас со связи? Пустите, пожалуйста, десяточки. С вами Наталья Жукова. Я вас всех поздравляю с нашим воскресеньем. Казалось бы, таким выходным днем, но люди, которые двигаются вперед и вперед по жизни, для них выходных дней не бывает. И поэтому воскресенье у нас, как правило, бизнес-день, как обычный день, да? Поэтому я буду рада, если я сейчас увижу здесь ваших, увижу здесь гостей, тех, кто у нас с нами впервые на нашей встрече, либо новичков, тех, кто только подключился к нашей корпорации, хочет разобраться, поставьте, пожалуйста, семерочки. На связи Наталья Жукова, я партнер корпорации Constellation Luck, и с удовольствием сейчас вам представлю данную шедевральную тему, объясню, покажу, отвечу на ваши вопросы. Есть ли у нас гости, либо есть ли у нас новенькие партнеры? Ставим семерочки. Ставим семерочки. Мне нужно понимать, в каком ракурсе разговаривать. Угу, Валентина, здравствуйте. Добрый вечер, Ирина. Угу. Добрый вечер, Попова Зоя. Да, поняла, здравствуйте. Мы вас приветствуем. На нашей бизнес-встрече. Данная встреча проходит каждый день в 5 часов в рамках стратегии команды спецназ MLM. То есть это именно наша командная встреча. Еще будет 7 часов презентация полная, в общем, для корпорации. Поэтому мы сегодня будем разговаривать о стратегии, по которой работает наша команда, о суперской стратегии, проверенной, очень доступной и очень денежной. И разговаривать мы будем, как бы я постараюсь в сжатом, да, масштабе это все дать. И разговариваем мы по той простой причине. Очень много сейчас людей, которые закредитованы, которые находятся в ипотечной ловушке, так как очень нас профессионально на все это подсаживают. Людей массово увольняют с работы, потому что, ну, слово «кризис», оно может быть и неприятное, но оно так и есть. И я думаю, что никакой Америки я для вас не открыла. Плюс ко всему есть такой момент, что в наше время достаточно, ну, непросто заработать на жилье, работая там где-то в наемном труде или создавая свой франчайзинг, бизнес на земле. А поэтому максимально люди сейчас обращают внимание на интернет. Люди реально, может быть, слышали где-то, может быть, понимают, что в интернете колоссальные деньги, колоссальные денежные потоки. И приходят, скажем, вот на такие встречи, чтобы разобраться, а где же действительно есть деньги, и что мне нужно сделать для того, чтобы эти деньги появились у меня в моем личном кармане. А как я могу с помощью интернета выбраться вот из всех вот этих ситуаций, да? Сделать так, чтобы моя жизнь стала свободной, счастливой, чтобы мне свободно дышалось, да? И, собственно, были счастливы мои близкие, мои родные и близкие. Мы разговариваем о корпорации Constellation Luck как о платформе, которая легальная, прозрачная, высокодоходная, полностью автоматизированная. То есть именно такой бизнес мы предлагаем людям, онлайн-бизнес, то есть который мы делаем в интернет. И у нас нет необходимости открывать какие-то офисы на земле. То есть у нас онлайн MLM-компания. И я думаю, что такое вообще, в принципе, MLM-компании, я думаю, что для вас, для многих это все, ну, как бы понятно. Одну секундочку, я извиняюсь, надеюсь, меня хорошо слышно. Непредвиденно этот звонок в дверь получается иногда. Так вот, наша корпорация, она начала официально работу 13 января, 3-го, точнее, июля 2015 года. Но вообще, в принципе, сама идея бизнеса, она возникла 13 января 2015 года. То есть возникла как обычный проект, которых очень много в интернете, социально-экономический проект «Созвездие удачи». Далее случилось следующее. Проект начал набирать силу. И для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно в этом проекте, его решили зарегистрировать, чтобы работать уже на легальных основаниях.
Потому что мы с вами, когда говорим о бизнесе, мы подразумеваем так, что бизнес – это нечто такое долгосрочное, перспективное, устойчивое. И поэтому, обращая на это пристальное внимание, корпорацию зарегистрировали на Сейшельских островах. Корпорация оплачивает налоги, работает на легальных основаниях, взяла налогообложение мягкое по той простой причине, что корпорация не имеет как таковой прибыли с денежного оборота, который в ней происходит. Как это может быть, да, как такое может случиться и вообще для чего, собственно, тогда корпорация нужна и как она зарабатывает, как зарабатывают те, кто организовал корпорацию, мы об этом с вами проговорим, ну, я обращу внимание, да, вот на этом слайдике. У нас легальность компании, это мы определились, у нас коллективное управление, то есть корпорацией управляет совет директоров. Это лидеры MLM-предприниматели, которые объединились для создания этой темы. То есть у нас нет админов, у нас нет президентов. И наши лидеры, они зарабатывают деньги по маркетинговым стратегиям, по которым зарабатывают деньги все партнеры нашей корпорации. Потому что 99% денег корпорация отдает на выплаты в сеть. Обращаю на это самое пристальное внимание, потому что ни одна MLM-компания, она таких выплат в сеть не отдаст. И ну, для того, чтобы вы поняли немножко образно, да, я вам могу представить, например, такой картинки, да, представьте пирожное и представьте торт, и разрежьте вот это все на 10 частей, и скажите мне, в каком, в общем-то, в каком продукте, да, каждая часть, она будет больше, то есть одинаковое количество партнеров, да, но именно там, где торт, там часть для партнера, то есть выплаты денежные, они, естественно, выше. Это для того, чтобы вы понимали именно вот так вот в образном представлении. У нас мгновенный вывод денег. Тоже на это обращают внимание люди, которым надоело, ну, что-то ждать, да, вот за свою работу, просить там, допустим, у хранителей, у держателей, просить, чтобы мы вывели денег. У нас нет никаких хранителей-держателей, у нас личные счета в кабинете. И как только на кошельке появляются деньги, за 2 секунды мы их выводим на Perfect Money или AdvoCash. То есть две платежные системы, которые хорошо себя зарекомендовали, позволяют обращаться, апеллировать, да, большим, ну, высоким количеством денег. Поэтому все очень прозрачно, быстро и удобно. У нас щедрый, простой и легкий маркетинг и полностью автоматизированный. Мы сейчас с вами посмотрим. Маркетинг очень интересный. Мудрый, очень мудрый, он продуманный, и настолько интересно все происходит, то есть у нас еще и космическая тема, то есть мы летаем по маркетинговым стратегиям, и когда люди приходят в корпорацию, ну, некоторые действительно это оценивают как неординарный подход к бизнесу. Доступный вход, достойный выход. Что это значит? Мы сейчас с вами просмотрим стратегию, по которой, подключившись за $25, это та сумма, которую мы достаем, скажем, из семьи один раз и навсегда, вот с такой суммы можно сделать так, чтобы пользоваться абсолютно всеми прелестями корпорации и рассчитывать, да, на все прелести. И тот выход, который дают вот эти деньги при нашем активном участии в бизнесе, вы сейчас посмотрите ниже. Есть антикредитная программа. В этой программе, эта программа позволяет в наших кабинетах активировать функцию, чтобы деньги, которые приходят на кошелек, они не приходили на кошелек, а скапливались, и пришла уже четко такая большая сумма, которая позволит закрыть кредит, там, закрыть часть ипотеки, может быть, ипотеку. То есть какую циферку туда поставите, так и будет. Это для тех, кто не умеет копить. Все получают одинаково. У нас маркетинг одинаков для всех, то есть автоматизация, она совершенно для всех одинаковая, и люди получают деньги, зарабатывают деньги по своей активности и своему личному участию в бизнесе. Одна работа, тройные выплаты. Мы работаем 3 зеркальными кабинетами, чтобы получать и деньги, и подарки от корпорации, и как работают кабинеты, я вам сейчас покажу. Почему зеркальные? Потому что во всех 3 кабинетах находятся одни и те же люди. То есть одна и та же команда. Мы в командном бизнесе, я думаю, что это уже как бы понятно, да? То есть мы в том бизнесе, в котором, который доступен абсолютно любому человеку, но не имеет никакого потолка в плане финансов. А почему люди сейчас очень массово обращают внимание на сетевой принцип работы, на структурный принцип работы?
Один заход получает несколько, ну, это мы тоже сейчас посмотрим по нашему удивительному маркетингу. Одна работа – множественные источники дохода, то есть мы работаем в одной программе, а остальные все программы нашего маркетинга открываются на автомате. И отлаженные стратегии работ, то есть каждая команда работает в своей стратегии, и мы будем смотреть стратегию команды спецназ MLM. Накопление – роскошные подарки. Тоже покажу на слайде, не буду останавливаться. Высокая функциональность кабинетов. Те партнеры, которые уже подключились, они походили по кабинетам, посмотрели, да, как все происходит. Особенно те, у кого уже строится команда, они увидели, насколько удобно взаимодействовать, вообще смотреть, как происходит твой бизнес, насколько он прозрачен. Вот благодаря вот таким функциям в кабинете полностью все данные, три верхних спонсора, оплинии, они все у нас в доступе. В кабинете отображается вся структура, в кабинете есть рекламные баннеры, в кабинете есть большая библиотека с электронными товарами. Эта библиотека собиралась нашим советом директоров те года, которые они ходили по интернету и все-таки хотели найти ту тему, в которой действительно можно выйти на достойные доходы в месяц. Но получалось так, что работа проводилась, команды строились, но либо закрывалась тема, либо переставали деньги выводить, либо происходили какие-то вещи. Я думаю, что многие со мной согласятся, вот наши гости, новички ли, что в интернет очень много завлекающих таких предложений, которые имеют очень красивую картинку, историю, легенду, но в практике происходят совсем неприятные вещи. У нас высоко технологичный CCL-защищенный сайт, и данные наши защищены, то есть, ну, паспортных мы не оставляем данных, но почта, телефон, все это защищено. Высококвалифицированное обучение партнеров, то есть в нашей корпорации есть такой момент, что нам интересно развивать своих людей, своих партнеров как личность, как интернет-предприниматели. То есть абсолютно развитие со всех сторон, и также и духовность, у нас есть медитация, развитие партнеров, чтобы люди, действительно расширяя свою личность, расширяя свое сознание интернет-предпринимателя, зарабатывали все больше и больше денег. Квалифицированная помощь и поддержка лидеров. Наш совет директоров всегда с нами на связи, 24 часа в сутки. То есть это не те моменты, когда, знаете, организовали тему, там, сетевую какую-то президенты, они где-то там за границей, и никогда вы на самом деле не узнаете, что происходит в компании. Бывает, и сайты продолжают работать, и компания уже давным-давно и не работает. То есть у нас все в доступе, у нас решения принимаются коллегиально, совет директоров стоит из 10 человек, и там, в общем-то, выносятся на обсуждение, да, моменты, которые принимаются только при обоюдном согласии. Квалифицированная техподдержка – это окошечко у нас в кабинете, не в кабинете, а на сайте, да, когда можно связаться с техподдержкой, если есть какие-то технические вопросы. Вот эти ключевые вещи, которые мы предлагаем нашим партнерам, скажем так, в бизнес-кейсе, да, который мы продвигаем от корпорации Constellation Lab. Давайте теперь посмотрим, как можно стратегией команды спецназ сделать так, чтобы нам с вами использовать все прелести от корпорации, то есть и деньги, и подарки. Хочу вот немножечко еще сказать, да, чтобы вам было ясно. Корпорация – это как бы, знаете, фундамент, на котором объединяются интернет-предприниматели. Естественно, есть ключевое зерно, да, это вот совет директоров, которые начали вот эту тему, но они с радостью приветствуют творческих людей, активных людей и понимают, что таким образом корпорация только усиливается. Когда мы подключаемся к корпорации Constellation Lab, мы берем три ссылки у нашего пригласителя. Мы регистрируемся по трем ссылочкам. Если у нас есть возможность, мы активируем сразу эти три как бы ссылки, три кабинета, три аккаунта. Стоит каждый аккаунт $25, мы получаем с ним бизнес-кейс и все те источники дохода, да, 14 источников дохода, о которых я говорила. Если мы можем, значит, мы сразу три активируем. Если у нас нет финансовой возможности, то мы активируем сначала один, и я сейчас покажу, как мы будем активировать второй и третий. Мы активируем сначала один кабинет, $25, это порядка 1700, ну, совершенно ни о чем, потому что ваш шанс ходить один раз, так вот, что-то
в холодильник положить, оно и то получается дороже. Поэтому я не знаю вообще, как вот о таких суммах и о бизнесе можно говорить, но у нас именно такой бизнес, который при таком маленьком вложении позволяет зарабатывать очень и очень приличные деньги. Но зарабатывать так, что человек действует и он зарабатывает. То есть мы не зовем людей на просто посидеть. А мы не зовем так называемых буратинки. Да? Вот иногда людей в интернете, их разграничивают на различные, значит, категории. Да? Есть буратинки, которые приходят и монетку кидают, чтобы у них там что-то выросло. Да? Вот. Мы зовем людей думающих, мы зовем людей бизнес-ориентированных, либо те, кто хотят стать такими, да, интернет-предпринимателями. То есть мы воспитываем интернет-предпринимателей благодаря школам новичка, школам начинающего лидера. И вот когда человек подключается к нам, он подключается к бизнесу, к маркетингу и к активно работающей команде. Зарегистрировались, активировали свой кабинет на 25, завели туда $25 с Perfecto, да, кликнули кнопочку «Активировать золотой утроитель», это программа «Эконом». Активировали. Теперь что делаем дальше? Мы показываем эту возможность другим людям. У нас структурный командный бизнес. Что значит показываем? Мы приводим людей вот на такие встречи, на брифинги в скайпе, групповые разговоры, на презентации. То есть мы сами ничего не объясняем, не рассказываем, когда мы новенькие, да, когда мы только начинаем. Мы приводим на систему, которая за нас говорит, показывает и рассказывает. Когда человек послушал возможности корпорации, он сделал для себя какие-то выводы. Он сказал, да, мне нужно сюда, я больше не могу что-то ждать от кого-то. Я понимаю, что я реально не смогу на земле там в несколько миллионов, да, закрутить бизнес. Поэтому я подключаюсь, мне нужно срочно жилье, мне нужно срочно закрыть кредиты и все прочее. И он подключается к вам, оплачивая кабинет за $25. Вот эти 25 у вас в накопительном кошелечке. Вы пригласили второго партнера, он тоже зарегистрировался, активировался. Вы получили $25, 100% на свой накопительный кошелек. Итого 50. Вот эти 50 запускают программу бизнес-класса. Это программа, которая запустит далее все остальные источники дохода. Вообще колоссальный, конечно, маркетинг, такой сцепленный друг с дружкой, очень мудро сцепленный. Так что, ну, просто вот когда понимаешь, да, когда уже в процессе, прям дух захватывает. Действительно, как в космосе на ракетах, наверное. Не летала, правда. Представляю. Когда мы приглашаем третьего партнера, Олега, он тоже активирует кабинет на 25, и вот эти 25 активируют нас заново в этом хроничке. То есть мы реинвестировались, у нас как бы местечки вот эти опять свободные в утроителе, то есть они готовы принимать два раза по 25 и один раз 25 для того, чтобы сделать реинвест. Откуда будут вот дальше 25, 25 и реинвест? Это может быть ваш четвертый партнер, который вы по своим личным ссылкам зарегистрировали. Его активация придет уже на пустое место в тройничок и даст вам $25. Вот эти 25, с них 10 идет на спутник, 15 идут на кошелечек. Далее все, с тройника на открытие программ больше ничего не вынимается. Все идет на кошелек, на вывод, как мы говорим, на жизнь. То есть промежуточные доходы, помимо того, что мы двигаемся и двигаемся к очень крупным деньгам. Когда у вас придет, например, пятый человек, он войдет сюда, да, на второе место, либо это реинвестировался кто-то из вашей троечки, потому что они тоже приглашают, как и вы, минимум три партнера за собой. Ну, это чтобы участвовать еще и в спутнике, да, в подарочно-накопительной программе. Они приглашают три партнера за собой, и они всегда придут к вам в реинвест. Всегда вернутся к вам в тройничок. Будь то у вас три партнера лично, будь то у вас пять партнеров. Реинвест всегда один для всех. Третье место в утроителе – это реинвест. И они к вам всегда будут приходить в ваш тройничок, который имеет три места. Соответственно, может быть, Аня встанет вот сюда на второе место. Да? Когда она пригласила двух, она прилетела к вам в бизнес-класс, и с третьего партнера она к вам реинвестировала. Может быть такое, что далее Юра реинвестировался, он встанет уже на третье место. Либо произойдет так, как на этом слайдике, да, то есть дружненько Аня пригласила трешечку, встала на первое место, Юра пригласил трешечку, встала на второе место, Олег пригласил трешечку, встала на третье место, а вы там дальше, допустим, четвертого, пятого, шестого приглашаете, и все будут попадать
активации, вот эти 25-очки, они все будут попадать в ваш утроитель на свободное место слева направо. В какой ситуации находится тройничок, мы все это видим в кабинетах, там ракеты. Мы все это нажимаем и видим, в какой ситуации, да, реинвестировались мы наверху, как одна ракетка. Реинвестировались наши, они к нам прилетели и обозначились тоже ракетками. Вот такой тройничок работает бесконечно. И так происходит у каждого партнера. Естественно, если под ним происходит работа, если под ним строится команда. Что значит работать и делать бизнес в корпорации Constellation Luck? Это наполнять свой бизнес новыми людьми. Конечно же, желательно активными и творческими. Наполнять новыми. Вот таким образом строится наш бизнес, структурный бизнес. Он строится таким образом, в общем-то, в любой теме, в любой MLM-компании. Потому что те люди, которые приходят туда именно на бизнес, они все строят структуры. Ну, те, кто приходит просто на продуктик, да, они просто на свое место покупают по скидочной цене. И это тоже помогает формировать товарооборот в компаниях. Но суть остается одна и та же. Если хочешь серьезных денег в MLM, в принципе, значит, ты строишь команду. Давайте теперь дальше посмотрим, как можно сделать, как будет происходить наш заработок, если у нас три кабинета по 25 активны, и наши люди, они активируют точно так же, как мы, да, либо сразу зайдя, они активируют три кабинета, либо они из заработанных денег активируют три кабинета. То есть они заработали $25 себе на кошелек на вывод, вывели их на Perfect, потом сактивировали, например, второй кабинет. И также ваши Аня, Юра и Олег, они точно будут делать то же самое. И вот в каждом аккаунте будет совершенно одинаковым образом крутиться и утроитель, и бизнес-класс, и спутник, и все остальные источники дохода. То есть получается, что здесь тройной денежный поток с одним и тем же количеством людей. Потому что все регистрируемся по трем реферальным ссылочкам. Чтобы не было необходимости потом, знаете, выстраивать отдельно вторую команду, третью, так как подарочная накопительная программа «Спутник» с автомобилем в подарке, да, с главным, она предполагает три партнера за собой и три аккаунта. Поэтому мы действуем именно вот таким образом и сразу. Вот такие вот у нас программы далее запускает наш утроитель, программа «Эконом», да, в которой происходит вся работа. То есть мы работаем в «Экономе», мы выстраиваем команды здесь. То есть они здесь выстраиваются, а вот в остальные все программы, те же люди, которые у вас выстроились в «Экономе», они вылетают на автомате. Не нужно ничего контролировать. Не нужно, ну как, контролировать бизнес нужно, потому что бывает так, что и кто-то кого-то обгоняет, да, потому что, ну, мне очень нравится этот момент, то есть никто, в принципе, никого не обязан ждать, да. Когда он там проснется, человек, я вообще считаю, если ты пришел в бизнес, вот за такие копейки ты получаешь такой шикарный, абсолютно бизнес под ключ, тогда стыдно вообще сидеть и что-то думать, и вообще что-то спать. Но, видимо, просто по жизни, наверное, не было никаких действий сделано для того, чтобы начать зарабатывать все более и большие деньги. К сожалению, очень много людей приходит в интернет со знанием наемника. То есть человека, которого должны все подгонять, ему что-то указывать и что-то делать. Ну, к сожалению, но это факт. Но сейчас люди просыпаются. И мы очень рады, что люди просыпаются, хотят выбраться из этой матрицы, да, хотят все-таки наполнить свою семью и свой дом изобилием и благополучием, начинают развиваться, начинают смотреть информацию, видео, да, начинают действительно просыпаться. И вот те люди, они быстро улавливают суть нашего бизнеса и быстро включаются, быстро начинают действовать. Когда мы открыли бизнес-класс, в нем доходность $915. Это только с одного кабинета. Не очень ровно я рисую, я извиняюсь. $915. Вот сюда, в этот бизнес-класс, автоматом прилетят люди, которые выстраиваются вот здесь у вас. Вы за это денежку получаете, на кошелек получаете. И автоматом они прилетают в бизнес-класс и как бы прилетают с деньгами, понимаете? Бизнес-класс, премиум-класс и VIP-класс имеют одну структуру тренара. Эконом, элит бизнес, элит премиум, элит VIP имеют структуру вот утроителя, да, одноуровневой программки. Спутник имеет структуру бинара, построение в две линии, переливы и прочее. Вот
Когда у нас бизнес-класс накопил 50 долларов, автомат сам активирует и запускает вам зодиак. Совершенно колоссальными доходами. Там 5 орбит у нас. Когда накопилось 250, автомат сам запускает элит-бизнес. Когда в элит-бизнесе прилетели наши 2 личника, сформировалось 500 долларов, автомат сам запускает премиум-класс. И личники-то туда прилетают сами на автомате. Когда премиум-класс сформировал у себя 2500 долларов, накопились, да, туда вылетают тоже люди, да, наши партнеры с команды, запускается элит-премиум. И когда 2 партнера сюда прилетят к вам в элит-премиум, запустится VIP-класс, который уже ничего не запускает. То есть все деньги, все вот эти 105 долларов, они будут формироваться постепенно, то есть не накапливая вот эту сумму и только тогда вывод, а именно там по 100 долларов, по 500 долларов, они будут приходить прямо напрямую на кошелек на вывод. То же самое будет в элит-премиуме, то же самое будет в премиум-классе, да, то есть один раз запустились, все остальные денежки, здесь вот 8 тысяч долларов, они будут приходить на кошелек на вывод. То есть, начиная получать на вывод деньги, вот в первой только программе, да, в экономе, мы постепенно открываем вот эти источники дохода, которые сначала один запустит другой, а потом дает вам деньги на кошелек. То есть вот здесь вот в бизнес-классе 615 долларов они полетят в кошелечек по 10, по 30 долларов. Они будут прилетать именно к вам в кошелек, падать, да, скажем так, в кошелек. То есть вот так вот запускается программа, у нас есть отдельные встречи по маркетингу. Но хочу сказать, что вот изначально, может быть, покажутся вот эти переходы, да, друг по дружке, они не очень понятны. Но я вам могу сказать, сейчас одну секундочку, я сотрусь, тут у меня здесь. Угу. Я вам могу сказать, что стоит один раз вникнуть, и вы поймете, насколько все просто. Очень и очень просто, но интересно. Когда мы с вами регистрируем, допустим, 4, 5, 6, 7 человека, мы понимаем, что нам некогда ждать, когда наши люди поставят свою трешечку, мы хотим зарабатывать деньги, они нам нужны еще вчера, мы действуем следующим образом. Мы приглашаем дальше людей. Мы занимаемся, кстати, очень классным делом, мы общаемся и развиваемся в этом процессе. Мы занимаемся богоугодным делом, мы даем людям возможность вырваться из финансовой зависимости, из такой неприятной штуки и величайшего унижения человечества, как безденежье. И поэтому мы приглашаем людей, и мы делаем для себя хорошо, мы получаем сразу 25 долларов на кошелек, то есть, внимание, 100% за личную рекомендацию реферальных денег мы получаем на кошелек. Если вы где-то такое видели, я вот всегда говорю, я готова посмотреть и рассмотреть, 100% за рекомендацию мы получаем на кошелек. Когда мы приглашаем 4, 5, 6, и они сделали 2 своих приглашения, они прилетают к нам в бизнес-класс на пустое место слева направо. В данном случае это вот здесь. Смотрите, как получается. Они к нам прилетели, дали нам 30 долларов. Ну, уже вот, судя по всему, уже запущен элит-клуб, элитный тройник, да, элит-бизнес. Запущен уже и зодиак, значит, эти денежки идут на кошелек. Дали на кошелек 30 долларов, вот этому партнеру дали 5 долларов в накопление для того, чтобы зайти в зодиак и в элит-бизнес. Вот этому партнеру дали 10 долларов, либо в накопление, либо на вывод. Понимаете? То есть получается, что мы активно работаем с первой линии, но мы опять же выталкиваем команды по классам. Вот это называется настоящая командная работа. Настоящая командная работа, когда вы, в принципе, делаете те действия, которые выгодны лично вам, но вы в этом процессе помогаете своим партнерам двигаться и двигаться по классу. Двигаться и двигаться супер интересно и здорово. Значит, вот этот расклад по поводу того, что мы зарабатываем, когда занимаемся, развиваемся в инвестициях. Ну, такое вот любимое всеми слово – которая, знаете, таким восторгом воспроизводится как пассив, да, вот инвестиции, пассив.
Другой вопрос, что эти инвестиции рано или поздно почему-то закрываются, да, в редких случаях, когда тема, она действительно несколько лет, она там развивается дальше и дальше, совершенно все подстраховано, есть там отдельные какие-то бизнесы, да, и все прочее. Но это, опять же, достаточный риск. Ну ладно, мы с вами посмотрим по деньгам. То есть что мы имеем, когда мы подключаем людей, допустим, за $25 в инвестиции. Такая инвестиция, $25. Мы подключаем партнеров, допустим, 39 человек мы позвали, они оплатили $25, нам что упало? $5, примерно 20%. Это такая средняя реферальное вознаграждение за первый уровень по инвестициям. Средняя, даже, наверное, я бы сказала, не маленькая, потому что есть и 5, есть и 10. Вот. То есть мы подключаем партнеров, зарабатываем $195. Если мы подключаем партнеров в корпорацию Constellation Luck на $25, мы получаем 100% реферальных денег. У нас прокручивается 13 раз наш тройничок-утроитель, если мы 39 человек позвали в первую линию. И мы заработали $600. Если представим, что вот эти наши 39 человек позвали 3 партнера за собой, то в инвестициях мы получим еще плюс 5%. Ну, там где-то 120, по-моему, долларов получается. То есть это где-то в районе $300 заработка. Когда наши 39 человек позвали 3 партнера, в этом случае плюсом ко всему $650. То есть $1250, 4 раза больше. Люди, у меня вот, знаете, мне иногда хочется кричать, давайте уже уважать себя, давайте уже работать на себя, а не на дядю, тетю, там, я не знаю, админа, президента и все прочее. В данном случае у нас закрылся класс бизнеса, то есть 615 они на кошелек прилетели, зодиак открылся или бизнес запустился. Посмотрите, какая колоссальная разница. Какие инвестиции? Давайте думать именно критериями цифр, да, именно выгодой, именно рентабельностью своего бизнеса, то есть насколько быстро у меня вернутся мои 25, потому что наш тройник, он может крутиться бесконечное число раз в день. Услышьте, пожалуйста, у нас нет никаких ограничений на вывод. Сколько раз работали, есть деньги, выводим. Захотели, подкопили, потом выводим. То есть совершенно свободным как бы действием. Теперь посмотрите вот на эту математику. Что значит вот этот слайд? Это значит следующее. Это идеальная стратегия работы в следующем темпе. 3 партнера за собой в течение 3 суток. То есть я подключилась в бизнес, я в течение 3 суток позвала 3 партнера на один кабинет за 25. Они подключились в течение 6, в течение своих 3 суток, да, это для меня это 6 дней, они подключили своих 3 партнеров. Те их, значит, 9 человек в течение следующих 3 дней подключили своих 3 партнеров. И вот в таком ракурсе проходит вот такая вот простройка. Идеальная модель. Никто не говорит, что вы должны так работать или что если не так работать, то ничего не получится. То есть это для того, чтобы вы понимали возможности системы, чтобы вы понимали, что можно заработать, если действовать именно так. Если вся команда действует именно так, даже на 18-й день ваш заработок личный, это выведенных денег, $1960. При всем при этом у вас запущен бизнес-класс уже 2-й раз реинвестировался, потому что все наши программки, они крутятся бесконечно. Реинвесты, да, и опять эта программа запускается. Абсолютно беспотолочный бизнес, да, ну, если так вот скажем, по-русски, наверное, где-то, да. Вот это будет крутиться бесконечно. И получается, что за эти дни у вас еще раз реинвестировался бизнес-класс, у вас элит-бизнес уже запустил премиум, и вы уже в нем получаете доходы. У вас в премиуме идут накопления, и вы на следующий день, когда за 21 день закончится, вы уже с премиум класса $8000 получите. Мало того, ваши партнеры, которые зашли за вами, и они вот в этой команде сработали, да, вот вы с ними сработали вот таким темпом, получают за это время в районе $1300 на вывод. И у них тоже будут запущены и бизнес-класс, и элит-бизнес, и премиум-класс. Причем у них бизнес-класс тоже 2 раза уже пройдет на реинвест. Те люди, те 9 человек, которых они пригласили, они заработают в этом процессе $750 на вывод,
Плюс у них, что у них произойдет? У них бизнес-класс уже даже все денежки выведут сюда, вот эти на кошелек, они уже придут, $615, уже запустится элит-бизнес, уже двое партнеров в элит-бизнес прилетят. Понимаете? И у их партнеров уже будет заработано $90, и у них уже будет запущен бизнес-класс, и в нем уже накопление. Колоссальная система, уникальнейшая, с шикарными деньгами, удобным, правильным подходом к бизнесу. И если мы, например, с вами посмотрим тот момент, что мы работаем по стратегии спецназ, это значит, как только достаточно денег на кошельке, мы покупаем второй кабинет. Как только достаточно денег на кошельке, мы покупаем третий кабинет. И получается, что вот так, таким образом, срабатывая по стратегии 3 человека в течение 3 суток, за 24 дня вы заработаете 31 815 долларов. Естественно, заработают ваши люди, их люди и так далее. Это потому, что у нас 3 зеркальных кабинета и все одна и та же команда. Понимаете, все одни и те же люди. 18 535 это будет с одного аккаунта доход за 24 дня, 11 320 долларов со второго аккаунта и доход с третьего аккаунта 1960 долларов. Вот таким вот образом можно при мегадоступном входе за $25 запустить полностью весь бизнес, чтобы получать подарки вот по такой вот программе. Это программа «Спутник». Вот в этой программе у нас и деньги, и подарки. То есть мы заработали эти $254 только на одном кабинете, да? Мы еще получаем украшения из нашего магазина. Нам автоматом запустился следующий тариф. Заработаны вот эти деньги, вот эти подарки. Запустился автоматом тариф 100, когда достаточно, тариф 1000, когда достаточно в тарифе 100 спутники. И вот эти деньги, и вот такой вот замечательный подарок из салона. Едете, выбираете, корпорация оплачивает. Вот эти $25 400, это только на одном кабинете. У нас их три. И отдельно я вам хочу показать, да, программку, которая Зодиак, потому что вот на том слайде, где мы с вами делали просчет, вот ни Зодиак, ни спутник не включены. То есть это даже еще не эти деньги, еще больше денег получается, потому что уже будет срабатывать Зодиак и срабатывать спутник. Смотрите, получается так, что в Зодиаке есть вот такие орбитки, которые тоже крутятся бесконечно. И причем одна запускает другую и опять продолжает крутиться бесконечно. Что значит крутиться? Это значит, на орбиту прилетают 12 партнеров, каждый из них вам на кошелек дает $20. Ну, автоматы дают, да? То есть выплачиваются $20 в бронзовой орбите, $100 в серебряной орбите, в золотой 1000, платиновый 10 тысяч, бриллиантовый 100 тысяч. Итак, 12 раз. 12 собралось по $20, запустилось серебряное, и опять эти же 12 партнеров, они будут прилетать и по $20 с бронзовой, плюс ко всему будете собирать серебряное. То есть бесконечная вот такая вот прокрутка, и ну просто как бы уникальная программа, да. Посмотрите, у нас есть видеоролик на сайте, обязательно его посмотрите. А вот здесь вот идет просчет, если в течение 3 суток, люди заходят все именно с Зодиака, потому что у нас такой маркетинг, в котором ну, люди могут зайти, в принципе, с любой программы. Конечно, есть команды, которые работают как бы в определенном русле и уже из опыта могут сделать выводы. Вот. Но не возбраняется также заходить, например, отдельно на Зодиак. Если вы всех людей будете точно так же заводить, вот просчитанные дни, да, и какие доходы будут именно с Зодиака, да, то есть отдельно Зодиака. Поэтому мечты мечтами, да, многие мечтают там хороший автомобиль, многие мечтают переехать, наверное, где-то в какой-то хороший город, отдыхать несколько раз в год на хорошем курорте. Но если мы не ставим себе намерение, что я буду это иметь, и я это сделаю, я все-таки найду возможность, как я смогу это сделать, значит, эти мечты, они так и останутся реальностью, так и останутся мечтами. Они в реальности никогда не воплотятся. И если мы с вами не будем включать голову и понимать, что когда мы с вами раздваиваемся, расстраиваемся, расчетверяемся на несколько проектов, то ничего хорошего из этого не выходит.
Потому что зазывалы, они работают очень профессионально. То есть идет прокупка рекламных кампаний вот в различные проекты. Как правило, очень часто с целью собрать деньги с населения интернета. Вот мы побежали туда, $10, мы положили туда 30, в другой проект положили 12. И получается, что мы по всем этим проектам строим разные команды. Потому что в любом случае, даже если написано буковками без приглашений и без вложений, почему-то все выкладывают видео и зовут людей. Вот очень становится интересно, да, ну как бы так, порассуждать. А в нашем же случае настраиваться на одну тему, да, на одну платформу, скажем, получаем 14 источников дохода, которые открываются автоматически один за другим, приглашаем 3 активных партнера и вкладываем всего-навсего $25. Строим вот здесь команду, которая зеркально отображается в 3 кабинетиках. Поэтому, чтобы получать все те прелести, да, о которых я вам рассказала, бизнес-кейс, вот маркетинг, фактически со 100% выплат в сеть. А, то есть у нас 1% оставляет корпорация для своего развития, то есть она у нас не бедствует, а у нас шикарный сайт, у нас свои программисты. То есть для того, чтобы корпорация не клянчила по партнерам, да, чтобы там скинуться и что-то внедрить, потому что будут еще внедрять источники дохода. Взять ссылки у пригласителя, зарегистрироваться на 3 аккаунта и активироваться. Можно на 1 кабинет, можно сразу на 3. Пригласить 3 партнера можно больше и нужно больше. Обучаться и действовать одновременно, снимать деньги, быть счастливыми и богатыми. Мне могут сказать люди, что ну, мы и так счастливы, да, у нас, слава богу, здоровые дети, там, здоровые родственники. Это все замечательно и здорово. Давайте мы немножко подумаем, что мы оставим за собой, да, вот нашим детям, нашим внукам, что мы можем оставить? Либо мы оставим, точнее не то, что оставим, а они с нами живут в нашем жилье, в нашей квартире, и как бы, вы знаете, даже, может быть, где-то неосознанно пытаются простраивать мысли так, что ну когда же я буду жить один? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть деньги – это та сила, которая нам позволяет быть самим собой, жить там, где мы хотим, ездить, куда мы хотим, да, отдыхать, где мы хотим, вообще получать все блага Вселенной. Поэтому денег никогда не бывает много, нужно просто-напросто смотреть, да, на, куда уходят наши силы и куда уходит наше время. Просто задуматься, что я делаю в данный момент, отдаю ли я себе отчет, да, зачем мне это нужно, получаю ли я те результаты, которые я хочу, и сделать как бы выводы, да, что ничего просто так не происходит, и если вы сейчас на этой встрече, значит, Вселенная вам приготовила вот такой подарок, возьмете ли вы этот подарок, это, конечно же, только ваше решение. И на данный момент вашей жизни, на данный момент, оно самое, наверное, верное решение. Потому что есть такая штука, как где-то отработать карму, да, есть такая штука, что надо пройти по интернету, еще купить опыт своими деньгами или нервами. Такое тоже бывает. Поэтому, друзья, могу сказать сразу, мы предлагаем порядочный, доходный и очень интересный и продуманный бизнес. Абсолютно продуманный, современный бизнес. И просто суперски, как говорит Галина, маркетинг. Действительно, это так. Действительно, это так. Поэтому я, в принципе, закончила. Присоединяйтесь к нашей команде. Если для вас это близко, если вы почувствовали, что вас что-то тронуло в этой информации, то есть вы ну, чувствуете свою интуицию, можете себе, любите себе доверять, значит, подключайтесь к команде спецназ MLM, команде Ларисы Баженовой, нашего удивительного наставника, нашей батарейки Energizer, наверное, да, мозгового центра и вообще суперактивного, замечательного человека. Подключайтесь к команде и не теряйте ни денечка, начинайте себя любить на 100%. Никто тебя действительно, никто тебя не кинет. Колоссальная поддержка. У нас множество рабочих чатов. Мы постоянно на связи, и каждый наш партнер знает, что он не останется без внимания, и никто его не будет игнорировать, и как бы люди уже это оценили. Какие есть вопросы, друзья? Зоя, Ирина, кто у нас еще? Валентина у нас из новеньких были. Давайте вопросы. Сейчас будет еще в 7 часов презентация.
нужно разбираться, конечно же, да, погружаться в информацию, и наши новички, они постоянно ходят на онлайн-встречи, чтобы еще раз проваривался жетончик. Угу, благодарю, Екатерина. Есть ли вопросы? Дорогие новички, на гости нашей вебинарной комнаты. Вы не стесняйтесь. Вот что хочется задать, спрашивайте. Вообще старайтесь жить по своим чувствам и жить сердцем. Да? Захотелось спросить, значит, нужно спросить. Захотелось там написать что-то, надо написать. Не сдерживайте себя. Так, вопросов нет, я так поняла. Все здорово и понятно. Замечательно. Вопросов нет. Я жду вас всех в 7 часов на презентации. Жду вас с вашими кандидатами. С гордостью несите эту идею на просторы интернета, потому что это действительно настоящий выход для людей из финансовой зависимости. Настоящий выход. И делаем мы с вами его вместе. Делаем вместе. Разложила по полочкам. Я вас благодарю за ваши отзывы. Благодарю. Не теряйте человека, который пригласил вас на встречу. Свяжитесь с ним. И этому человеку будет очень интересно, чтобы вы становились человеком обеспеченным. Потому что это такой бизнес. Помогаешь другому, поможешь себе. Благодарю за внимание. Пошли, наверное, с вами дальше, да, нести эту шедевральную тему на просторы интернета. И опять в 19 часов встречаемся в данной конференции. Помните, приводите своих кандидатов.